Гроші вирішують все. Такий вислів часто доводиться чути. Що ж це? Залежність від грошей чи просто невміння ними розпоряджатись? Як знайти той самий грошовий баланс? Будемо дізнаватися від Юлії Огородник, фінансової коучині, тета-коучині та бізнес-тренерки. Дуже раді бачити вас сьогодні в нашій студії, да. Пані Юлія. Отож, гроші. Чи справді кожна людина має такий вплив і з грошима пов'язане усе її життя? Да, чи гроші мають вплив? Так, і гроші на нас впливають так само. Можна на русську? Будь ласка, да, так. Да, дякую вам. Смотрите, на самом деле так сложилось исторически, что человек очень много придает значение именно деньгам. Да, мы живем в материальном мире, и я работаю в основном с целеполаганием, ко мне приходят запросами решить какие-то задачи, и как ни крути, большая часть из них, она связана с деньгами. Но на самом деле, когда мы начинаем работать, то оказывается, что человеку на самом деле не деньги нужны, а то, что стоит за этими деньгами. И за ними может стоять что? Любовь, признание, да? Желание как-то себя проявить. И для этого не всегда обязательно нужны деньги, да, вот для того, чтобы это получить. А есть еще одна такая штука, так сложилась исторически, что мы наделяем деньги качествами, которые им не присущи. Да, мы говорим, что деньги – это зло, или деньги – это счастье, или деньги – это любовь, или еще что-то. Вообще деньги – это простой эквивалент, с помощью которого мы осуществляем товарный обмен. Да? Мы заработали денежки, с помощью них мы приобрели то, что нам нужно на самом деле. И мы сегодня будем больше говорить не о том, вернее, об ощущениях, которые человек испытывает с этими деньгами. Это очень влияет на нашу жизнь, на наше состояние. И вот основная цель современного человека – это относиться все-таки более ровно к деньгам, не испытывать никаких ни позитивных, ни негативных эмоций. У меня курс есть, и вот в курсе я так и назвала «Деньги есть». Ведь мы же с вами дышим воздухом и не думаем о том, что он закончится. Мы же не тревожимся по поводу того, хватит нам всем воздуха, да? А сколько его, много или мало? Или как? Вот якби його роздавали, як то кажуть, да, кожному в якихось ємністях, так, то ми б теж думали, да, чи вистачить нам цього повітря. Так, виходить, що грошей нам дають небагато. Так? Ну, як небагато? Може, у когось багато є насправді. Хтось їх не рахує, але все одно турбується, щоб ці гроші, да, ж таки залишалися. Так, да, ключове слово турбується, і ту турботу ми створюємо самі, от ці от переживання. І це якраз таки робота з собою, зі своїм сознанням, зі своїм мироощущенням. Робота з тими ж психологами, коучами, вони допомагають відділити деньги, да, від наших чувств, ну, убрати це з основної составляючої нашої життя. На самом деле, ну, це все надумано, це спеціально создано. Ви знаєте, не соглашаюсь. Ні, правильно, так? Я так дискусія, теж думаю, я справді, да, так думаю, але ж хочу передати просто ті, так, відчуття, ті спостереження, які вирують навкруги. Да, да. Отож, люди є багаті, які мають гроші, і є люди бідні, які не можуть кінці з кінцями звести. Чому? Чому так відбувається? Невже ми народилися в різних сім'ях, і, можливо, є виховання інше? Чи, можливо, просто так сталося в нашому житті? Ми не знаємо, як це, коли є гроші і немає потреби їх постійно поповнювати. Да. Смотрите, мы 70 лет жили, когда за нас решало государство. Государство решало, там, какая средняя зарплата, да, как мы там, мы все плюс-минус были равны, да. А мы знали, что родители наши знали о том, что пойдут на пенсию, они тоже будут обеспечены. Я же дитё Советского Союза, и мама моя точно знала, что отдых там на Азовском море или на Черном море, он обеспечен, потому что компания, это сейчас я говорю, завод, на котором она работала, да, он давал все эти блага. То есть за человека все решали. Это было на протяжении 70 лет. То есть была такая некая стабильность. И людям, как правило, было ок. И сейчас есть компании в Украине, которые продолжают еще вот эту вот стратегию соблюдать. И люди не хотят уходить. Им там комфортно. Ну, это же не погано. Ну, а чему это не хорошо и не плохо. Это про выбор человека. И про ответственность. Вот деньги, вот точно про что, это про ответственность. Если, сходя с тех денег, которые ко мне приходят, я их зарабатываю, да, мне ок,
меня это не тревожит. Значит, это мой выбор, моя ответственность, и я оставляю как есть. Но если возникают какие-то чувства, у меня постоянная нехватка, о чем это говорит? О том, что мне нужно взять за свою жизнь, за свой результат, за то, что я имею вокруг себя ответственность, и начать что-то менять, начать что-то делать. И вот здесь одни готовы туда идти, да, готовы менять себя, готовы менять окружение, готовы расширять свои рамки, готовы работать с убеждениями, со своими стереотипами, со своими сценариями жизни, которые родовые от родителей, или нам передались, да, а другие нет, потому что там еще может сработать такая штука, как программа выживания. Мои родители выжили, действуя так, и я тоже выживу. Mm-hmm. И вот здесь надо смотреть, что стоїть за цими деньгами, чому іменно такий сценарій вибирає чоловік в житті. Тобто виходить, якщо ваші батьки не настільки успішні, да, то і вам це передається. Да, може бути така програма, програма виживання, тому що вони вижили, і я можу, да, і я точно так же вижу, для мене не, или наоборот. Ми же либо приймаємо, либо отрицаємо. Ми смотрим на родителей, говорим: "Я так не хочу, а я хочу їздити там туда-то, я хочу иметь то-то, хочу машинку там такую-то, да, я не хочу ограничивать себя жизнью только там в Днепропетровске или в Киеве, в общем-то, хочу иметь недвижимость там где-то". И вот это хочу, вот это наше желание, да, оно провоцирует нас на действия. Так, ну, добре. Я думаю, багато хто з вами погодиться зараз і захоче. Да. Що тоді далі робити? Порадьте, будь ласка, з чого треба починати, як змінювати те оточення, змінювати свої думки, йти вперед і не зратись, що ж там було колись. Однозначно, це робота тільки з собою, це взагалі вот ніхто не поможе, тільки я. І навіть іноді в парі таке буває, що там або жінка, або чоловік, він йде в розвитті легше, по природі його так, а його партнер наоборот, как бы там, да, ну, тормоз. Ну, правда, ну, да, есть такая эта история. Тут, и вот здесь вот тоже вопрос, я тоже когда-то стала перед выбором, продолжать идти мне со своей скоростью или менять мне партнера. Вот даже вот так у меня стоял вопрос. А треба, чтобы партнер таки с вами и шел? Нет, не треба. Это был мой период вот работы над собой, перехода на самом деле. И тогда я точно поняла, что каждый человек идет в этой жизни со своей скоростью. Да, мы же смотрим, первоклашки приходят, кто-то стартует с первого класса, да, такие отличники, и потом где-то там гаснет, либо держит эту среднюю скорость. А кто-то, наоборот, включается там 12-13, когда сознание приходит. Поэтому здесь важно принять, что каждый человек может двигаться со своей скоростью. Мы даже выезжая на трассу, в зависимости от того, в какой машинке едем, какой у меня характер, да, мы движемся там, кто-то 120, кто-то 180, а кто-то 80, и так медленно, но уверенно. Вот точно так же и в жизни. Наши сценарии, они сказываются на нашем результате. Угу. Вот есть финансовые сценарии. Так, ну, да? добре. Знаете, хочется просто максимум надати більше інформації людям, щоб вони нею скористалися. Да. Вот така тема грошей, вона, мабуть, дуже популярна. І страшно люди, интересно. Так, активно можуть приєднуватись до нашої бесіди і також, можливо, там десь продумати, да, як би зробив я. Ну, от, наприклад, ви незадоволені і ви хочете змінити і якийсь зробити собі сценарій такий, як вам потрібно. Що треба? Чи є практичні рекомендації? З чого почати? Як розрахувати свої гроші? Чи є ота стабільність у вас? І як це зрозуміти? Спочатку потрібно зрозуміти, в якому сценарії ми живемо. Я сейчас выделю 4 основных, так, чтобы человек, вот люди могут сразу продиагностировать, в каком они сценарии находятся. На самом деле есть еще 3, но это уже когда закрыты, когда ты уже инвестор, когда ты уже идешь в богатство, когда ты уже идешь в изобилие, там уже другое. Но сейчас я поговорю про стандартные, которые вот окружают нас. Да? Если человек зарабатывает деньги и тратит больше, чем зарабатывает, за счет чего? Кредиты, да, какие-то там займы, еще что-то, то он рано или поздно придет в стратегию банкротства. Он уже живет в стратегии банкротства, рано или поздно вот этот вот мыльный пузырь, он лопнет. Если же человек зарабатывает там определенную сумму и такую же сумму тратит, то в его жизни ничего не меняется. Это стратегия бедности. И большинство людей вот живет в этой стратегии, считают, что ок, мне как бы хватает, да, в кредиты там не лезу, но на самом деле это ни о чем. Наступит момент, как ковид случился, либо наступит момент, когда нужно выходить на пенсию, или на бок какая-то травма, да, мы же, ну, в общем-то, пути Господни, они неисповедимы, могут быть по-разному. Или там я захочу поменять работу, да, например, открыть что-то другое, в этом я уже реализовалась, хочу, там, например, психологом стать, а у меня нет денег, мне нечего. Вот эта вот стратегия, она тоже не совсем хороша. Есть стратегия
стратегия, я называю плюс-минус среднего класса, это когда мы живем более-менее достаточно, мы обрастаем какими-то благами, мы зарабатываем больше, чем тратим, копим на что-то, покупая машину, квартиру, дома, дачи, путешествуем, да, но в итоге, если посмотреть, на самом деле, мы обрастаем вот этими материальными благами, но жизнь на самом деле не меняется. Когда придет время пенсии, либо еще там чего-то, да, мы не понимаем, как мы будем жить. И вот с этой стратегией, кто живет в ней, очень хорошо бы выйти в стратегию инвестирования. Это когда ты, ну вот, 10 лет достаточно современному человеку для того, чтобы что-то создать себе, чтобы, ну не безбедно, а сохранить тот уровень жизни, который есть сейчас, когда он не сможет так активно работать, да, столько вот, как наше сейчас поколение. Поэтому, друзья, вы можете проследить, в какой стратегии сегодня находитесь и определить, в какую вы хотите прийти стратегии. И уже здесь будут перемены в вашей жизни. Ну, якщо, наприклад, от візьмемо там з тієї стратегії, яка от друга, так? Візьмемо її. Ну, не знаю, можливо, справді більшість людей знаходяться саме в ній, тому що за різними соціологічними даними, таки Україна посідає саме таку бідну частину. Так. На жаль, але так є. І для того, щоб вирватися, чи це можна, чи це можливо, перейти до третьої стратегії, до третього сценарію, що для того потрібно зробити, аби не заробляти стільки ж, скільки ви витрачаєте? Чи треба собі відмовляти в чомусь? Чи, можливо, треба просто змінити щось у своєму житті? У мене є такі 5 основних законів фінансової свободи, я їх називаю. Звучать доволі просто, но за ними стоит объемный пласт работы. И вот один из этих законов звучит о том, что заплати сначала себе. Мы когда зарабатываем деньги, берем там, заработали за месяц сколько-то, и мы начинаем распределять, да, там, коммуналка, там, чего-то там, машинку заправить, обучение какое-то ребенку, там, школа, одежда, да, ну, еще какие-то отпуск отложить. Распределили. И, как правило, ничего не остается. Ну, то есть отложили на какие-то покупки, накопления, да, вот мы распределили. И вопрос, что когда мы эти деньги отдаем, то кто-то на них зарабатывает, потому что мы покупаем одежду на ней там, да, но мы не заплатили себе, то есть мы поработали и себе не заплатили. И вот это правило гласит о том, что отложи каждый месяц, ну, хорошо бы 10%, но отложите, это навык. Вот если его нет, то его нужно просто наработать. И нужно это взять 1000 гривен, 100 гривен, 500, сколько вы можете из вашего бюджета, и начать отрабатывать этот навык. Получили, отложили и забыли до следующего месяца. Опять получили, опять туда отложили. И будете знать, ага, да. У меня там где-то лежит. Это, кстати, вот нужно его прямо отработать, потому что первое, что нужно создать себе после того, как вот первое, это фонд свободы. Это в народе принято считать подушка безопасности, да, такая некая. Потому что вот случился, да, у нас вот целый год нашкивает, бизнесы много позакрывались, особенно там хариканский бизнес, ну, много бизнесов страдает. И те, кто не имели вот этой подушки безопасности фонда свободы, им действительно пришлось, ну, не сладко, скажем так. И вот характеристика этого фонда, и буду сразу давать такие практичные рекомендации, так, да, когда у человека есть этот фонд свободы, он состоит из 6 ваших месячных доходов, и он лежит в легкодоступном месте, для вас легкодоступном месте, вы знаете, что он где-то есть. И вот когда у вас есть этот накопленный фонд свободы, то вы можете легко внести любые перемены и выдержать эти любые перемены, которые есть в вашей жизни, как смена деятельности, как просто побыть в межработе или в межкомпании или в межпрофессии, такое тоже иногда надо, потому что когда у человека его нет, он вынужден закончил работу и вскакнуть в следующую. Это в состоянии стресса. В состоянии стресса мы не способны вытянуть внутренние наши желания, понять, чего же на самом деле мы хотим. Ну, мы, я имею в виду, душа наша, да, наше там и предназначение туда же. А это тоже с деньгами связано на самом деле. Поэтому вот фонд свободы, он дает некую такую безопасность, некое спокойствие ровное. И вот когда он у вас есть, вы совершенно не переживаете. Вы относитесь к своей работе очень ровно. Вы не держитесь по всякому там поводу, когда что-то не устраивает, да, вы понимаете, что, ну, если вдруг пути ваши с компанией расходятся, вы найдете себе другую, у вас есть время, у вас есть на что пожить, да, и как это поменять. То есть вот такое вот спокойствие внутреннее, оно дает человеку и свободу, и уверенность, и оно повышает его самоценность и привлекает большие деньги. То есть в таком состоянии намного легче, такое плохое слово сейчас, продавать себя и свои услуги, но на самом деле так и есть. Да, продавать себя, да. Да, то есть очень спокойно. А когда мы, это вот одни шаги к пути в жизни, в состоянии изобилия, а когда мы живем из состояния нужды,
то извините, мы постоянно в стрессе, мы зависим от денег, у нас нет денег, мы переживаем, мы думаем все время. И, вот до речі, тоді ті думки правильні, які б ви зробили в нормальному, спокійному стані, ви їх просто пройдете повз. Да. Це дуже-дуже важливо. Це прям от те правило номер один. Багато хто відкладав ті 10%, ще були, можливо, наші бабусі, прабабусі, коли ці 10%, от це було правило таке, незмінне. Да. Воно завжди було. Але якось втратилось. Втратилось, тому що в Совєтському Союзі произошло з Ощадбанком, потім МММ, і от ці от були, да? Тобто люди як-то потеряли віру в то, що от я отложу, але все одно где-то стоїть, лучше я зараз його потрачу. Вот, щоб не пропало, бо багато людей втратили. Я буду жити здесь і сейчас. Я от буду о том, я подумаю потом. Ні, це про безответственность. Залежність від грошей. От справді є теж таке поняття, і серед психологів існують відповіді на нього, що ж робити, аби цієї залежності позбутись. Ну, взагалі, потрібно розібратися, що для вас є гроші. Если вот, да, вот вызывать залежність, це не норма. Вот деньги просто есть. Они вот нет необходимости, да, от них. Если от чего-то у нас есть зависимость на самом деле, то с этим нужно работать. Это как раз первый маячок о том, что что-то не так. Да? А як дізнатися, що все нормально? Ну, тобто є якісь, можливо, тести, чи може відповідь собі треба дати, що все. Я, в мене немає залежності, в мене все добре. Самый простий, це вообще, що от просто человек задає собі, що я думаю про деньги. А происходит така штука, коли ми вже це прорабатываем там з деньгами, ми розуміємо, що за ними стоїть, зачем они надо, это вот на курсі у мене. І происходит така штука, человек прокачивает себя, і у него увеличивается доход. І происходит такая история, что он занимается любимым делом, и для него это кажется нетрудно, потому что за деньгами у многих стоит тяжелый труд, что деньги нужно заработать, ну прям вот. И потом обращается ко мне: Юль, представляешь, я ничего не делала, то есть занятие любимым делом – это ничего не делание, да? Я ничего не делала, тут ко мне пришли деньги, при том в большем объеме, чем я рассчитывала, что мне с этим делать? Це вже інше питання. Це следующий уровень. Що робити, коли вони на вас просто звалились? Ну, ви знаєте, пані Юрі... Це не про готовне. От ми ще не готові. Тобто тут опять-таки ми працюємо. От як? Людина весь час, щось їй не так. Ви щось, то грошей немає проблема, то вони є, що з ними робити. І тут, а коли було рівне у вас ставлення до грошей, ви розумієте, що вам треба, як треба з ними жити, з цими грошима? Я би сказала так. Когда у человека закрыты базовые потребности, то есть мы знаем, что у нас есть каждый день, чтобы покушать, одеться, да, там ребенка в школу отправить, обучить ребенка. То есть когда базовые потребности, пирамида Маслоу, закрыты, то человек тогда способен опуститься глубже в себя, да, и вытянуть то, что да. То есть поднимаясь по пирамиде, он открывает в себе свою истинность, то, что есть. И вот первая задача все-таки это закрыть базовые потребности. Но для того, чтобы их закрыть, их нужно сначала посчитать. Скільки їх, да, вас, цих потреб? Сколько нам надо? И второй закон, вот закон... финансовой свободы, он как раз звучит и о том, что живите по средствам, то есть посчитайте, сколько вам нужно сегодня. Ужасно никто не любит вести эти бюджеты семейные, да, но его тоже можно привести в игру какую-то, куча сейчас приложений. Но это вообще, это убеждение о том, что это сложно, это не сложно. Посчитайте, к примеру, жизнь моя там, или моей семьи стоит столько-то там тысяч гривен, да, все, остановитесь. И когда вы это зафиксировали, и вы работаете над тем, чтобы ну, пробить свой финансовый поток, увеличить финансовый поток, да, увеличить доход или там большую зарплату получить, у кого какие там задачи стоят, то вы научились жить вот на вот этом объеме денег. И тогда у вас появляется вот этот излишек, с помощью которого вы начинаете откладывать на инвестиционный фонд. И переходите на инший рынок, конечно, да. И у вас сначала, если 10, говорят, да нет, невозможно 10% отложить, что это такие деньги, там, этот, а потом и 10, и 20, и 30, и 40, и у меня докачивают, когда 70% дохода у людей уходит вот в накопительный фонд. И тогда жизнь меняется. Тогда совершенно другие вещи происходят. Пані Юрі, насправді стільки цікавих і корисних, найголовніше корисних порад сьогодні прозвучало від вас. Я думаю, вони знадобляться кожному. І треба справді розуміти, що за цим стоїть, що таке гроші, як з ними треба співпрацювати і жити, так, щоб бути задоволеною людиною. І ну, правильно відкладати, розуміти, і справді тоді ніякі біди нас не будуть.
будуть так вганяти в ту ситуацію, з якою зіштовхнулася більшість наших людей, так, а ми будемо жити рівно, спокійно і будемо знати, що завтра таки буде. Завтра буде щасливим. Да. Дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії. Ми зустрінемось з вами вже завтра о 13:30. До побачення. Дякую.